Первый вылет паломников из Дагестана в Саудовскую Аравию состоялся накануне. Во дворе центральной джума-мечети было организовано место сбора, откуда паломников до аэропорта довозили специальные автобусы. На время поездки паломников сопровождали волонтеры. Напомним, что в этом году от Дагестана в хадж отправится 10 тысяч мусульман. А это 40% от всей квоты, выделенной России и Саудовской Аравии. В данный момент мы раздали бейджинги, загранпаспорта каждому паломнику. После этого мы заходим, будем проходить регистрацию, вылетаем в Дубай. Иншаллах, после этого мы будем пересядем на автобусы и поедем в Медину.